Пустила только, поэтому ничего больше не трогать. Я бы тебя не разрешал трогать. Мы же, видите, еще не найдем, мы скорее куда-то. Нас Господь так научил делать. Все, договорились? Никак, вы должны мне помогать. Я на вас надеюсь. Понимаете, маленькое, но дело-то, смотрите, что сосыпано, как виноград. Это Господь благословил. А мы когда посылаем там больным, там столько благодарностей. Ягоды считал? В прошлый раз я 35 банок достал. Сколько много? По 3 литра. Это 100 литров. И бабка все равно дали бесплатно. Это Господь сделал, это не мое. Бог повелел, дал мне деньги и сказал, иди покупай, отдай. И люди благодарят Бога. Старайтесь, чтобы милостыня, пост и молитва, соединение были трое. Пост, милостыня, молитва. Дороже этого ничего нет. Поэтому мы яблоки все стараемся, что похуже себе. А что получше, отправить больным. Нас родители так учили, ну и мы вам передаем. Все-таки по 30 штук съели, вкус узнали. Больше ничего нету. А потом будет, если кто до осени, там крыжовник есть, где у матушки огород. Нам разрешается, но он сейчас зеленый. Ты зеленый-то не будешь есть? Ну вот и все. А так бы я их повел туда. Я вчера ходил, там он зеленый, губы, говорится, проезд. Все, пока. Я вот это допиливаю сейчас. Иначе, значит, время час. Сколько? Час. Ну сейчас пойдем. Они так, мальчиков. Пальцы кто хотел? Мальчики, чтоб. Своди мальчиков. А вы, девочки, сейчас побудьте пока здесь. Только быстро откупнитесь и домой. А вы тогда купаться идите. А можно после обеда, чтобы побольше? Не надо после обеда. Нет, подольше некогда нам. Ну ладно. Позанимайтесь. Давайте, мальчики. Пойдемте, мальчики. Так, забирайте. Перчатки нужны кому-нибудь? Так, Володя, лопаты я здесь оставляю. Хорошо. А пошли. Это, Володь, вкусная ягода? Вкусная. Варечки. Эй, а что мы не варечки? Что? В смысле? А ну забери давай. Дай. Так, аккуратно, аккуратно. Опору я сам заберу, не трогайте. В смысле? Мы тут сидим пока. Это бузина. Она нам не нужна. Тут можно посадить яблони. Я вот здесь взялся за это дело. Поздновато. Ну что сделаешь? А что с ней случилось, Игнать Иванович? А? Не знаете, что с ней случилось-то? Не знаю. Что-то взяла, высохла вся. Ну, она не высохла, она стебель-то идет. Вон она, зеленая какая. Нет, я имею в виду эти ягодки, вот они, засохли. Все. А ну-ка, девчонки, мне туда поднести, чтобы вот остатки. Бузина, а я там ее вытяну. Интересно даже. Там еще есть дерево. Да, есть. А что это спилили, почему? Это за что? Это послетное дерево. Смотрел лорекс? Давай. Когда блефиху спилили зачем-то. Лежала, да? Да. Она вон на чем держалась, отломана. Жалко, как облепишка. Я эту когда убрал, а она за нее зацепилась. Ну, корешок, видишь, отломился. Куда? Она там в поле валялась. Кто? А ты, Игнать Иванович? Давай, ты сейчас брось, опилку отдашь мне. У нас еще облепихи не расцепляют. Видишь, как Господь благословил нас, какие... Нормально. Мы сюда не заходили, считай. Мы маленько продрали. Эту траву надо как-то, я не знаю, выбросить или еще. Не надо, пускай она. Все, тут и будет лежать. Конечно. Но она там не... мы не успели даже никак. Ты тот кус вырубил эту? Да, там вон есть, чисто. Нормально. Вот так. Сейчас, девчонки, подождите маленько. Сейчас покупается плохо. Вы пойдете, там он... это парня... Купаться пошли! Пошли его купаться! Кто-нибудь сбегает, она не слышит. Она говорит, они наказаны. Нет, не наказаны. Не наказаны. Скажи, чтобы она сюда шла, а парнишку туда отправили. Сбегайте. Она говорит, я их наказала. Кого? Ребят вот этих. Ну отпусти, отпусти, пусть искупаются. А потом накажешь. Сбегай, чтобы отпустила.
Скажи, отпусти мальчишки, кто там есть. А? Лев там спрятался. Я бы место такое сделал, тенечек из цветов один. Я же тут пока отдохни, а дальше видно будет. Ну и неплохо получилось у нас. Эта вишенка вот занимает много места, но не знаю, что с нее будет. Одно время мы вишню всю вырубали. Она дикая, не дает плода вообще. Я люблю сорвать самому. Вот, и началось. Вот, вот здесь поешьте. Черную. Черную, смородина, а где она? Вот она. Вот. Девчонки, тут по смородинке вам будет, посмотрите. А, по одной смородинке всем, больше нету тут. Сейчас, внизу, внизу наклонись. Да вот я уже нашла. Сорвите по одной смородинке, всем хватит.